Всем еще раз доброе утро, ребят. Объективности ради забрался я на крышу. Буквально 30 минут назад я снимал вам красивейшие кадры. Было солнышко прямо на пляже, шторм, красивое солнце. Все было классно. И вот еще ролики грузятся. Я их даже еще не успел выложить, как пошел дождь. Всю Лазаревскую заволокло такой вот пеленой. Я так думаю, что, судя по всему, дождь может продлиться долго с такими-то точками, облаками. Все серое. Так что как бы вот так. А то посмотрите, многие, кто в Лазаревске это посмотрит, ролик-то будет солнечный. Там красивое в формате 4К, на телефон я снимал. Рекомендую на основном канале. Я сам видел в телефоне, правда, тоже, но загружаю ролики. Очень красиво. Но все изменилось. Изменилось буквально молниеносно. 30 минут не прошло, еще шорты на мне не высохли даже. Еще кадры того грузятся. Так что имейте в виду, погода у нас переменчивая. Все может случиться вот буквально за 5 минут. Из солнечного утра оно превращается в пасмурное. Ну, а пока на крыше, могу похвастаться урожаем. Яблочки, смотрите, какие. Мы их видели в эфире на ютубе, кто бывал. Сливы. А дождик-то усиливается. Вот такие вот яблочки. И сякие. В общем, без урожая не останемся. Также виноград. Ну, на вино его не хватит. Все, ребят, дождик усиливается и конкретно усиливается. Я побежал. Похоже, это надолго. На несколько минут, минут на 30-40 точно. Всем пока. Привет с крыши.